Скоро в нашем городе состоится удивительное событие. Начнет в музейно-выставочном центре, начнет свою работу выставка в рамках проекта «Ангелы мира». В прошлом году назаровцы уже познакомились с этим проектом и полюбили его. В этом году он к нам приехал видоизмененный. Будут представлены принты картин, флоп картины, что даст возможность посетителям не только их рассматривать, но даже вопреки всем музейным правилам к ним можно будет прикасаться. Мы надеемся, что в этом году, как и в прошлом, выставка никого не оставит равнодушным. Ведь она не привязана ни к какой религии. Художники и организаторы проекта преследуют мощнейшую цель привнести в этот мир эмоции добра, тепла, света, благодарности, чему наполняется каждый посетитель выставки. Она откроется, презентация состоится 25 января в 15:00. И будет гостить выставка «Ангелы мира» месяц, то есть до конца февраля.